Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, продолжаем играть в Fallout New Vegas. И я могу сказать, что даже с 9 удачей мне было очень сложно здесь хоть что-то выиграть. В итоге я выиграл всего лишь 2 раза 400 этих фишек на этом казино. Но потом я, может, еще поиграю, заработаю что-нибудь. Я помню, что вы мне должны дать задание. Welcome to the Atomic Wrangler. What can I get you? We've got liquor, chems, and whores aplenty. Pick your fix, and we'll oblige. Our only rule is no sampling the merchandise. Caps paid in advance. If you'd like to do a bit of gambling, we have an exchange at the back of the casino on the left. Хорошо. I have some work I need handled. Back before we instituted the caps up front rule, we used to allow customers tabs. Well, needless to say, a few customers snuck out without paying their bills. We need someone to collect. The job would pay a percentage. Так, хорошо. I'd prefer you not kill anyone with a debt. It's a bit difficult to collect on a corpse. Just get the caps from them. After that, I couldn't care less what happens to those deadbeats. Okay. Great. There are three people who need to be tracked down. A real mixed basket of fruits. Their names are Grex, Santiago, and Lady Jane. Я не думаю, что мне нужно узнавать там, кто они, что они. Моя работа проста. Сходить, взять с них денег и вернуться обратно с крышками. 138 за кекса, 219 Сантьяго. Ясно. Так. Коллектор. Давайте от задания выберем тогда. Сохранимся перед этим. Я не знаю, хватит ли мне везде красноречия. Но если что, я журнал использую. Head on down to the Atomic Wrangler. If it can be bought, it can Жаль, be found it. Жаль, у меня нет пижамы, но красноречие здесь. If it can be bought, it can be found it. Make it right. Первый должник — это Гуль, да? Ну, привет. Ой, чуть-чуть сглазим. Hey, man. Can you spare a few caps? Я не буду убить, господи. Так. Собираешь деньги, чтобы дать долг Гарретам? Yeah. I guess the Garrett sent you after me. Look, I've got the caps right here. Just don't hurt me. Хорошо, он вернулся. Я не буду его трогать, блин, бедный чувак. I won't. Thanks for not killing me. Да ничего, братья. Больше не занимай ни у кого. Так. Следующая остановка. Eat this. Кто такой мужчина? Что? Он серьезно? Окей. Ты хоть не хочешь на меня напасть? Что дети? How are you today? Santiago is fabulous. Ты должен Гарретам ключ, крыш. Santiago does not owe anyone. Santiago is a free side VIP. Oh. Santiago труп, если он не вывалит немедленно все, что должен Гарретам. Sir, Santiago does not know what he has done to offend, but he can explain everything. Не хочешь тебя убивать, но Фрэнси назначил отцом за твою голову. I didn't think she was upset enough to have me killed. Here are the caps I owe. I do the Santiago act to get out of paying for services every once in a while. I didn't think it could possibly get me killed. No, да.
лучше со мной не шутить. Все, последний остался. Ты что, мне машешь? Серьезно? Хорошо, подожди. Мне даже интересно стало. Подожди. Careful. Ну, по-любому, что мне уже направлен. Я надеюсь, Буна не сильно задела. В принципе, надеюсь, он в порядке. Ловушку хотели устроить. И уже ведь кто-то попался. Ну, больше они никого не убьют. Шляп шерифа. Возьму, пожалуй. У меня еще какая шляпа? У меня соломенная вроде бы. Придурки. Машет такой рукой еще. Место сбора бандитов Фрисайда. Ну, может быть, стоит там разделаться с ними. С бандитами Фрисайда. Вот ж парни точно не знали вообще, на кого напали. You like that? Быстро он ее убил. Keep out. По-любому тут где-то ловушки всякие расставлены. Да? Нет? Never mind. Так, очищенный урод, хорошо. Просто срач. А Марка, блин, говорит. Понятно. Нифига ты вылетел, чувак. Блин, да ты эпичен. Такой влет, я почти впечатлял. Только вы, видно, реально не очень умные, да, приятели? Блин, что так лагает, Ватс? Вот это одна из проблем моего компьютера. Что-то с ним не так, и нужно перестанавливать жесткий диск, поэтому я сейчас записываю подряд очень много серий, чтобы успеть всех отрендерить, потому что если я начну что-нибудь перестанавливать, или компьютер вообще перестанет работать, бронированный, прикольно, то с Fallout бы сложнее всего из всех игр, в которые я сейчас играю, потому что я очень долго устанавливал все моды и очень долго добивался того, чтобы хотя бы как-то они все вместе работали. Я очень не хочу это потерять. Но вы видите, да, как Empty. Неужели ты умрешь от них, а? Там крышка. Пожарный топор, офигеть. Но он тут, по-моему, много денег стоит, а так-то.
плод вонючий, ты сами ешьте. Хотя мы уже мертвы. Еще кто-то жив. Дрэнджер. Фига у него там здоровье. А как к ним подняться? Они сами к нам спустятся. Ее там убьем. Какая игра, пожалуйста, прошу тебя. Он мертв. Надеюсь, больше не будет так сильно подлагивать. А, еще кто-то жив. Фига. Так, броня, крышка, карабин. Еще кто-то будет. You like that? Так, мы по крайней мере нашли, пойдем наверх. Жесть, они там мощненькие. Ой, как вовремя я выбил у него оружие. Он бы сейчас Буна просто расковырял. Просто бы расковырял. Сколько у тебя, блин, Бун? Используй стимулятор. Нет, так просто похоже за тебя. У него, кстати, броня как у Буна. Здрасте. До свидания. Сколько твоя пушка-то? Цепная пила 700 весит. Точнее, весит она 20. 700 стоит. Ладно, не буду брать. О, патрончики, которые мне нужны. Да-да, боюсь, вы нас найдете, убьете, и вообще молодцы. Только сложная дверь. There you are. Да, надо было другие патроны взять. Которым плевать на броню. Кстати, давайте я возьму бандану. Запас сил цели плюс 250. Интересно.
Thanks. Так, а моя-то шляпа что мне дает? Восприятие, да. Хорошо. Бонта где? Fine by me. Так, те две брони, кстати, которые можно будет продать. И ты теперь в силовой ходишь. Ну ты вообще капец. Вот эту я броню реально продам. Я ее даже с собой буду носить, и ты как дурак бегаю в силовой. Которую я тоже, наверное, продам. Даже не наверное, а скорее всего ее продам. Ой. Надеюсь, тебя не задело, Бун. Я не успел тебя крикнуть, чтоб ты убегал. Так, где у них главный куш-то? Стыль. Какой-нибудь там склад, я не знаю. Наверняка есть где-нибудь заныканные супер крутые там оружие или припасы. Видимо, я ошибался. Спать могу, да. Эта дорога не на выход вроде бы. Мне нужно на выход идти. Я тут сделал все. Сюда. Да, велосипед, все. Ну, неплохо разобрались с целой кучей бандитов. Доставили им боль. Угу, по метке мне показывает, что мне нужно куда-то туда идти. Тут ведь не пройти, да? We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Only at Mick and Ralph. Да понял я, пацан, понял тебя. Тикс. Меня, наверное, даже туда еще и не пустят. Стрип, точно, да. Так, хорошо. Убедите КС продать, это я тоже пока не буду делать. Так, добрый путь. Ну, что, пойдем в убежище, или тут, может, какие-то квесты можно посмотреть. На стрип меня сейчас точно не пустят. Потому что там нужно платить крышки. Либо вместо крыши красноречия. Красноречия, мне кажется, мне не хватит. You look new to Freeside, so here's a little advice, friend. Don't go past the Southgate greeter without talking to it first. The name's Old Ben. I've been living in Freeside since the day I was born. I've done a bit of everything around here. Courier, butcher, crier, escort, gun for hire. Some of which I'm not proud of, but I do my best to help around town when needed.
курьер. Мне довелось поработать курьером, пока мне не выстрелили в голову. Exactly one of the reasons I got out of that job. Too many shifty characters looking to have someone else move their hot items. Как тебе угораздило быть мясником? My father ran a butcher shop here in town, but business went downhill when another vendor started selling this strange meat at half our prices. You're telling me, not long after my father's shop went under and he passed away from the loss, people around town started experiencing shakes. No one gets shakes like that unless they're eating human flesh. But no one would believe me. This sick bastard gradually went insane and passed away. Wasn't long before someone moved into the guy's place and found half-buried human remains in the crawl space. I didn't bother saying told you so. After a while, I made enough money to get a passport into Vegas. Back then, you could get approved for entry for a fraction of what it costs now. Well, I got a job working as a crier outside of the Tops, advertising for the local talent performing at the casino. That didn't last long. Well, being a suave young guy, I chatted up the ladies from time to time, and one of the manager's girls started to take a liking to me. I never touched a woman, but the jealous prick decided it was my time to go. He framed me by saying I'd stolen from the casino. Sure enough, a few grand was missing from the casino vault. I have to assume the bastard stole the funds and figured I was a convenient fall guy. Yeah, shit indeed happens. I was stripped of my casino apartment and all of my belongings and booted back into Freeside. From there, I didn't have a lot of career options, as my rep was destroyed. So the escort job sort of fell into my lap. No pun intended. Но эскорт — это не вооруженная охрана, чувак. Well, I suppose you could look at it that way, but I was packing a whole different kind of heat. No, escort just sounds better than man whore. Yep. I was damn good at my job, too. But after a while, I just felt like a piece of meat and had to quit. Понятно. А боец? When I quit the escort job, I had enough money to buy a pistol belt and some other gear. Bodyguards make a good, honest living, and I had the wits and physical build to handle most thugs. After saving a few tourists from trouble, I got a reputation for being a stand-up guy again, and after a decade, managed to save up enough to retire. Oh. Those bots are programmed to vaporize anyone who enters the fenced-in area without authorization from the greeter. Прикольный ты персонаж. История у тебя такая интересная. You've entered a restricted area. Submit to a credit check. Там чувак пробежал. Before proceeding to the gate. Trespassers will be shot. 53 из 80 науки. Admission to the strip requires an official passport or proof that you're carrying the required minimum balance. These policies prevent less reputable persons from entering, and ensure a good time will be had by all who enter the strip. Понятно. Ну, было 80, ну. Вон чувак какой-то убежал. Понятно, как работает безопасность. Я... Бум, ты в силовой броне, ты сможешь, Бум. Так, давайте к оружейникам сходим. Я продам им те вещи, которые у нас есть. Вот, целую броню Буна продам, все это продам и выдвинемся к убежищу 22. Ну, в общем, на 5000 крышек я продал добра. Теперь у меня 10 тысяч. Отлично. И я даже подумал дать Буну кое-какую другую броню. Fine by me. Так. Держи. Да, вот теперь ты вот так будешь в бронированном пыльнике бегать. Прикольная на самом деле броня. Так, ну и что, выдвигаемся к убежищу 22. От южной стороны я смогу туда добраться? Так, что происходит? Кто по нам? Черт, понятно. Пушку надо менять. Надо менять пушку быстренько. Я вообще не попал, да? Круто. Ну
дверь попал. Так, а давайте-ка мы не будем по ночам тут шастать. Хотя бы в 6 утра выдвинемся. Ну, почти 7. Вармит-винтовка. Вот же женщина. С вармит-винтовкой на нас полезла. Вообще никакого инстинкта самосохранения нет. Идеальное место для засады. Реально, на любую из крыш вот так встань. 2-3 человека тут, 2-3 человека там. И все. Я что-то помню, связано с этим городом. Going to eat the next fucking rat I see. Понятно. А я сюда потом смогу попасть? Да. Ну, выглядит так более-менее безопасно, конечно. Да, и это персонаж, если что, потому что я помню, там под несколькими сериями люди такие: а кто зевал, а у кого живот урчал? Это у персонажа, благодаря модам. Убежище ведь не тут, да? Оно где-то там выше. Мне кажется, слева я смогу реально подняться. Нет, не смогу. Только тут, если... Так, хорошо. Попал. Чёртовы Касадоры. Я вас ненавижу. Но меня радует, что за вас дают 45 опыт. Так, смогу ли я тут подняться? Вон бунта. Поднимается только так, а я не могу. А вот смог. Еще Касадор, целая куча. Насколько я, кстати, помню, где-то в той вроде стороне, если я не ошибаюсь, да, где Good Springs, где-то вот. Здесь наш шанс есть. В могиле закопан. Если прийти туда раскопать, можно его получить. Многие так, ну типа на начало игры туда прибегают, берут его и с ним добегают до стрипа. Ну ты сможешь подняться, давай. Хорошо. Опаньки. Я помню это место. Выглядит очень красиво, причем очень странно, да, что тут столько растительности. Но мы узнаем почему. Главное не разбиться. Круто, круто. Клево квест, по-моему.
Держитесь подальше, растения убивают. Добро пожаловать в убежище 22, написано. Ну, самое логичное, мочить дробовика. А так как бум стопудово где-то там залип, я один, да? Ну что ж, мы нашли убежище 22. И у меня 5 патронов таких осталось, так что возьму. Что, отправляемся в заросшее убежище 22. В этой серии мы, правда, там недолго побудем, но все равно. Целостность системы. Экспедиция в убежище 22, запись 1. Я соорудил временный лагерь в убежище близ его входа. Напряжение внутри минимальное, но все же питание есть. И мне удалось взломать один из терминалов службы безопасности. Записи показывают, что за последние месяцы в убежище вошло несколько человек, но не выходил никто. Уже поздно, я продолжу утром. Килли. Вот именно ее мы пытаемся найти. Растительность внутри в точности такая, как снаружи. Это немного удивляет, учитывая недостаток солнечного света в вестибюле. Но еще более удивительно, что, похоже, на нижних уровнях растительность еще более пышная. Может, этот болван Хилдерн действительно наткнулся на нечто стоящее. Поскольку мой пип-бой поломался, буду вести журнал экспедиции, пользуясь местными терминалами. Так я смогу собрать все данные воедино перед уходом из убежища. И мы будем находить эти данные. Один за другим. Ну что, Бунт, ты готов? Я готов был. Погнали. Лифт, похоже, не работает. Вы могли бы открыть панель рядом, повозиться с ней. Может, вам удастся заставить лифт работать. Починить. Отлично. Во второй уровень, наверное, пойдем. Или в самый нижний. И снизу вверх пойдем. Давайте так. Не знаю, правильно я сделал или нет. Какой-то сдохни. Вали их, Бун. Дробовик мне здесь реально очень сильно поможет. Вот только что он типа не нападал, а теперь бац, и стал агрессивным. Ладно. Eat this. С дробовика богомолу его маленькую голову, и это его не убило. Прикольно. Еще одна сложная дверь, да. Мутировавших насекомых. 20 из 50 убил. О-о-о. Там еще и пещера. Так, на терминалах ничего нет. Ну, пойдем в пещеру. Что остается там?
Бон, подсвети мне кого-нибудь. По-моему, я попадаю между этими. Ну, давай спустимся. Первого выстрела, отлично. А, патроны кончились. Зря, конечно, такие патроны точно. Убивать все и вся. Еще больше. Прикольное достижение. Вот эта вот система в Fallout мне реально очень сильно нравится. Когда тебя, помимо того, что ты просто так опыт получаешь за убийство, ты еще и получаешь дополнительный бонус там за 50 убитых врагов или там за 100 критов и всякое такое. Это круто. А я в другом месте вышел, да? Да, кстати. Тут дверь была закрыта. Открыть замок. Блин, зря выстрелил. Да. Ну, животных я убил и расчистил немножко место. Сейчас пойду дальше. Исследовать. Тут мне вроде бы уже некуда идти, да? Тут тупик. Пойдем в дом. Spotted. Первый выстрел. Сразу труп. Бун разобрался. Никаких следов пока что от Килли нет. Это меня абсолютно не радует. Общее помещение. Так. Прототип. Прикольно. Не зря сходил. Тут, конечно, тупик, но мы прототип какой-то пушки нашли. Так, пойдем, пожалуй, тогда в лифт, что ли. Потому что, судя по карте... А, нет, там был куда-то проход дальше, слушайте. Там был дальше проход в этих пещерах. Это вот я куда-то в новое место пришел. Так, это все, конечно, круто, но я вернусь, пожалуй. Назад. В пещерах там был проход куда-то. Так, сюда.
сюда, потом сюда. Так, ага, выхожу и держусь правее. Окей. А вот она. Ты гулем стала или ты была гулем? Hello. Что это такое? Took your sweet time. I suppose the NCR sent you. Анжела Уильямс просила тебя найти. Oh, she's such a dear. Not like that pompous little pedant she works for. But that's neither here nor there. These plants have gotten completely out of control. I've got a plan to deal with them, but I'll need your help. Так. Good. Meet me on the second level, and I'll explain what needs to be done. Хорошо. Я думаю, тот чувак-то будет не особо рад, если я тут это все уничтожу. Который мне кучу денег предложил. Скорее всего, он будет не рад. Что мне так подсказывает. Так, ну сейчас он нас быстро к лифту проведет. И на этом мы, наверное, серию-то закончим, когда поднимемся на лифте. Второй уровень или нет, мы поднимемся, мы узнаем, что она от нас хочет. И тогда закончим. Hmm, what's this? Did you do these repairs? Not bad. Not bad at all. Saves me time, I guess. See you upstairs. Отлично. Спасибо, похвалил еще. Крут. Радует, когда ценят твою работу. Тикс, а где-то у нас тут? Точно не на лестнице. По карте проще посмотреть. Она где-то сзади. Вот. Good, you're here. Ready to begin? Time is of the essence, so I'll be brief. This place is filled with spores that are toxic to humans, and we need to get rid of them. I've pumped the vault full of a highly flammable gas that, once ignited, should destroy the vast majority of spores. There's one problem, though. The gas becomes semi-inert on exposure to oxygen, meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. I need you to find the vents where the gas is being pumped and ignite it. Oh, and survive the resulting blast. Так, у тебя совсем крыша поехала. Где трубы? I set the gas to pump into the fifth level, since that's where the concentration of spores was highest. I'd start looking there. Typically, these vaults use circular vents in their air circulation systems. Look for a wall with two of them almost side by side. There's one just around the corner outside this lab, if you need an example. Понял, как именно поджечь. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. Yes, there'll be an explosion when the gas is ignited, but I'm sure you'll be fine. Now leave me to my work. Ну, радует, что ты рада, что я выжил. Ну, типа, ты уверен в этом. Хорошо. Ну что ж, друзья, с вами был Джек Шепард. Увидимся в следующей серии нашего приключения в Нью-Вегасе. Надеюсь, вам все понравилось. Хочу попросить прощения за то, что были небольшие подлагивания, но ничего не поделать, мне придется дальше так с ними и записывать. Вот, в общем, еще раз огромное спасибо за просмотр и счастливо!